утро, доброе весеннее. Всем привет из солнечной Алании. Компания Арбат Хоум сегодня снова с вами. Я Татьяна Пикер. Всем счастья, здоровья, мира и финансов. Сегодня на повестке дня район Оба. И будем смотреть комплекс на этапе строительства. Вы наверняка уже от нас слышали, что Оба – это очень выгодный район, потому что это второй центр Алании. Здесь сконцентрирована вся городская инфраструктура, поэтому недвижимость здесь становится с каждым днем все более и более популярна. И наш комплекс находится в самом центре Обы. Расстояние до моря 450 метров, сразу забегая вперед. Озвучу цену. 1+1 на данный момент стартовая цена 94 тысячи евро. Цена будет подниматься? Конечно же, будет. И давайте поговорим с вами подробненько об этом комплексе. Как я уже сказала, напомню, 450 метров до моря. Локация отменная. Во-первых, это район Оба. Во-вторых, то, что рядом с этим комплексом все сетевые маркеты, о которых вы только слышали, здесь у нас в Алании находятся в пешей доступности. Рядом находится начальная и средняя государственная школа Хаджи Кадироглу. Два раза в неделю проходит фермерский рынок также на соседних улицах от комплекса по понедельникам и четвергам. Вот, кстати, за мной здесь также вы можете наблюдать палатки торговые. И множество в окрестностях комплекса имеется парковых зон. В одной из таких парков нахожусь я сейчас. Итак, комплекс. Сегодня-завтра стартует строительство, окончание и сдача в эксплуатацию планируют в конце июня 2023 года. Но по прогнозам застройщиков обещают сдать комплекс в эксплуатацию раньше. Это сегодня мне сообщил застройщик. Итак, один блок будет состоять из 4 этажей, 450 метров до моря. Общая площадь земельного участка 1500 квадратных метров. Из инфраструктуры что будет иметься? Это открытый плавательный бассейн, но с подогревом на зимний период. Это вот такое вот предложение. Это детская игровая площадка, соответственно, это генератор, это лифт, это сауна, это паровая и многое другое. Дорогие мои, территория небольшая, инфраструктура в принципе вся имеется, все для вашего ежедневного комфорта. Итак, из планировочек. Только две планировки будут представлены в этом комплексе. 1+1, квадратура 44-67 квадратных метров. И пентхаус с тремя спальнями 3+1, площадью 144 и 167 квадратных метров. Ценник на 1+1 стартовый сейчас от 94 тысяч евро. И пентхаус 3+1 от 199 тысяч евро. Конечно же, вопрос план оплаты. 40% первоначальный взнос и рассрочка до конца этапа, до конца строительства. Поэтому по номеру телефона на экране пишем, спрашиваем и можно даже установить индивидуальный план оплаты. Друзья мои, выбрались к морюшку показать вам синеву Средиземноморья. Смотрите, радуйтесь, наполняйтесь энергией. Еще раз всем счастья, здоровья. Прежде чем доберемся до итогов, хотела сказать, что вы наверняка уже смотрите разных блогеров аланийских, которые говорят, что нашу Аланию развалили. Я имею в виду про пляжные кафе, буфеты. Сейчас стали устанавливать новые и одинаковые кафе-буфеты. Так что уже в течение месяца все будет еще красивее, чем прошлым летом. Дорогие мои, ждем вас в нашей солнечной, яркой, теплой Алании. Итак, смотрели мы с вами сегодня комплекс в центре Обы, который расположен в 450 метрах от Средиземного вот этого вот красивого моря. Две планировки будут присутствовать в нашем комплексе. 1+1. От 94 тысяч евро стоимость на данный момент и будет повышение. И 3+1 пентхаусы от 199
тысяч евро. Инфраструктура присутствует, все есть для вашего ежедневного комфорта. Дорогие друзья, номер на экране видим, Telegram, Viber, WhatsApp, пишем, и менеджеры наши с вами свяжутся, и скорее приезжайте к нам сюда. До новых встреч, пока-пока.